40-летний житель Санкт-Петербурга пытался пронести муляж гранаты на станцию метро «Приморская». Нарушителя задержали на входе в вестибюль. Металлодетекторы ожидаемо не сработали, но бдительные работники подземки попросили мужчину пройти на досмотр. Тогда-то и обнаружили поддельный снаряд. Задержанного тут же доставили в отделение полиции, и там следователи желают выяснить, что побудило петербуржца отправиться в метро с гранатой. Добавлю, что станция «Приморская» была закрыта на вход и выход более часа. Да, я не